Вы все видели даже стекло только что на ваших глазах. Ого. Это сила. Защитите всех честных, справедливых людей, кто борется за справедливость. Накажите тех, кто переступает закон, кто нарушает человеческие и гражданские права. Свеча зажглась сразу, одновременно, от трех спичек. Духи. Воздух. Вода. Земля. Огонь. Встаньте в защиту нас. Встаньте в защиту Виктории и Сергея. Просит вас об этом. Александра Ивановича. Встаньте в защиту всех, кто борется за справедливость. Встаньте в защиту Алексея Кочегара. Встаньте в защиту Дмитрия Гаирова. Встаньте в защиту Людмилы Козы. Встаньте в защиту Людмилы Зелякова. Встаньте в защиту за Вадима Чернева. Встаньте в защиту за Асхабом Алибекова. Встаньте в защиту за всех тех, кто несет истинный свет, свет справедливости. Встаньте в защиту за всех тех, кто дает свет надежды. Я не прошу за себя, я прошу за всех. Завтра будет суд у Александра Малышева по жалобе его незаконной изоляции, арест и принудительного содержания. Защитите Александра Малышева. Станьте на его защиту. Меня.
защиту всего народа, защиту нашей страны, защиту наших людей, защиту наших прав. Накажите все тех, кто идет против совести и чести. Женщина пришла меня защищать, дайте ей силы и здоровья. Эту женщину зовут Алена, дайте ей силы и здоровья. Hmm.